О любви, Ромео и Джульетта, граф Монте-Кристо, призрак оперы – лишь малая часть мюзиклов и рок-опер, арии из которых вошли в эту музыкальную программу. Ее Форманте создала около 2 лет назад для музыкального просвещения молодежи. С номерами из программы солисты коллектива неоднократно участвовали в конкурсах вокального мастерства. Одна из изюминок программы – вокально-хореографическая композиция по рок-опере «Моцарт». Мы думаем, что несмотря на то, что мы исполняем на языке оригинала, на французском языке написана эта рок-опера, она все-таки будет понятна по стилистике, по интонационным таким вот моментам и по хореографии, и пантомиме в том числе. Лучшие арии из мюзиклов и рок-опер зрителям представили молодые преподаватели и студенты Института искусства и художественного образования в ЛГУ. Руслан Шуралев в вокальной группе с 2019 года начал со студенческой скамьи, а сейчас совмещает выступления с преподаванием. Говорит, «Вечные мелодии любви» программа очень живая, номера в ней регулярно меняются, и это идет на пользу и зрителям, и артистам. Ну, во-первых, потому что иногда песни заедаются, и хочется обновления. Это важно как для исполнителя, так, собственно, и для той публики, которая ходит к нам не первый раз. Да? Есть те люди, которые посещают нас достаточно часто, и они хотят тоже, наверное, слышать что-то новое, да, обновленную программу. В многоголосии и соло солисты Форманте представили зрителям несколько номеров. После каждого вокалиста благодарили бурными овациями. К слову, в репертуаре коллектива эта программа не единственная. Они разработали несколько проектов музыкально-театральных представлений.